Подводим итоги матча СК «Волна Гарант». Победа «Зеленых» со счетом 8-1. И наша послематчевая студия — Александр Комаров, «Гарант», и Николай Маркин, СК «Волна». Поздравляю для начала вас со стартом второго круга. Николай, начнем с тебя. Поделись впечатлением по игре. Спасибо «Гаранту» и Саше за игру. Слава богу, игра получилась, ну, не супер трудной. Вот. Благодарен ребятам за то, что они с первых минут, ну, за исключением, может, там, первых трех минут, сыграли в очень такой качественный футбол. Вот. Забили моменты, могли еще, наверное, забить. Обидно, что на ноль не сыграли, на последних секундах пропустили. Ну, видно, что соскучились немножко ребят, в бой рвались. Надеюсь, что будем только прибавлять, впереди важные игры. Вот, так что сегодня я игрой практически там на 100% уверен. Ну, не уверен, а доволен. Ну, сегодня супер явка, больше, чем два состава, плюс еще есть в обойне, ну, ребята, кто не подъехали. Тяжелый будет выбор у «Волны» определять состав на КФЛ, столько футболистов. Я об этом говорил публично, что у нас, если наш список открыть, у нас 22 очень достойных человека. Поехать, к сожалению, может только 16. Вот. Но у нас после КФЛ будет Турция, туда поедут все 22. Вот. Это ж, ну, это как бы может быть такой неприятный, да, момент, с одной стороны, когда ты кого-то говоришь, что, ну, извини, пожалуйста, что тебе ехать не надо. Но, с другой стороны, это очень классно, когда есть конкуренция, да, и ребята это понимают, и вот сейчас у них есть шанс месяц доказать, вот, поедут, ну, объективно, я считаю, что, ну, сильнейшие, так что... Ну, это больше, наверное, хорошо, чем плохо. Кого-то обидеть, конечно, я бы не хотел. Ну, классно, что у нас такой состав. Сегодня у тебя не было соблазна появиться на поле, учитывая не самый высокий уровень соперника? У меня соблазн выйти был неделю назад, может быть, я не знаю. Ну, я еще раз скажу, что я попробовал, вышел на паркет, в первый же стык пошел, мне больно. Я не готов пока играть. Александр, ну, ты, к сожалению, первый тайм пропустил. Мы с тобой на связи. Мы как раз ждали, что ты появишься при счете 1-0 в перерыве, выдашь пламенную речь, и «Гарант», как «Зенит», сможет перевернуть хоть матч, но так не получилось. Расскажи об изменениях в межсезонье, какие были у «Гаранта», новых футболистов. Добрый вечер, второй круг Суперлиги. Хотел бы поблагодарить команду. Сегодня здорово поиграли. Ну, изменения какие? Ну, у нас обычные проблемы, как они всегда, нас всегда коснулись сегодня. То есть мне сегодня с самого раннего утра начинали приходить сообщения от... Погода плохая? Нет, от 3-4 человек основных нашей команды. Я получил травму на Минке вчера. Дернул спину. Другой человек: я повредил галик, поеду делать МРТ. Три человека такой, ну, как бы четыре человека основного состава получили травмы. Я рассчитывал на хорошую явку, на максимальную явку, по максимуму. Ну, то есть четыре человека основного состава, которые должны были играть в основном составе, из восьми — четыре, то есть полкоманды. Их я не досчитался, то есть, ну... Ну, состав в основном был неплохой, четыре замены были? Три замены были. Один человек дернулся сразу, как я понял, в самом начале, Дубовик Александр, да? То есть я приехал, он уже сломанный был. Ну, я приехал, мы с тобой переписывались, уже 0-3 было. 0-4, 0-3, то есть ужасно. Ну, мы согласились на эти условия, да, то есть не пошли на перенос, согласились играть в воскресенье. Но вот такие вот воскресенье условия получились, что в субботу я получил 4 травмы. Потерял несколько ключевых игроков. Самое главное — в защите. То есть это центральный, правый, левый, два центральных, правый и левый. Все защитники. Даже не знаю, про кого ты рассказываешь. Вроде все, кто у тебя обычно ездит, нет, все и были. Кто? Ну давай, кто? Я могу даже сказать, это Угрюмов, это Богатищев, это Булкин, это все защитники. Ну они и в первом круге ездили через раз. Ключевые игроки, как бы в данный момент, когда вот в конце мы играли, это ключевые игроки нашей команды. Ну, как бы, о чем говорить? Ладно, расскажи, сегодня появился у вас на бровке тренер с планшетом, что-то ходил, объяснил, расскажи про тренера. Сейчас немножко будет меняться ситуация в «Гаранте», да, то есть мы потихонечку начинаем меняться, вся команда.
То есть, как бы будет, есть тренер, есть задача. Есть задача остаться в Суперлиге. И потом потихонечку в этом сезоне главное оставить место в Суперлиге. То есть у нас задача остаться в Суперлиге. То есть сейчас мы будем состав немножко менять, варьировать туда-сюда. Но задача стоит остаться в Суперлиге. На следующий год, если мы останемся, то команда будет выглядеть немножко поиначе. Совершенно поиначе. То есть будут задачи, будут результаты. Надеюсь на это. Самое главное. Николай, в среду вас ожидает финал Лиги Чемпионов с золотым. Ювелиры сегодня уступили в финале предсезонного кубка. Будут очень злые. Думаю, что их планы не входят. Проиграть два финала подряд. Какие ожидания? Ожидания хорошей игры. Ожидания столкновения. Ну, и я пара конкретно сейчас скажу, но одних из лучших футболистов в городе. Вот. Ожидания многих просмотров. А будет видеотрансляция прямая? Ну, соответственно, я надеюсь, что неравнодушные к 8-8 люди посмотрят этот финал. Ожидание, что наши болельщики нас поддержат, там наши семьи, наши родные. Для нас эта игра очень важна. Против такого сильного соперника, как Золотой, всегда приятно играть. Вдвойне приятно обыгрывать их. Это редко получается. Надеюсь, что ребята все понимают. У ребят глаза горят. Есть кому что доказывать, опять же, если возвратиться к КФЛ. Вот. Ну, жалко, что новички некоторые не смогут принять. Ну, не то, что новички, там, ну, конкретно там вот и Денис у нас, вот Литвиченко, новый футболист, сегодня не может принять. Андрюша Павлов вернулся, не может принять. В среду, но он же за Гранд-Форс заигран. Вот. Я надеюсь, что это будет игра, которая будет держать в напряжении. Вот. Ну, конечно, золотой фаворит. Тут вопросов нет. Ну, а то, что сегодня проиграли, ну, это логично, наверное, ну, не логично, с одной стороны, логично в том плане, что все настраиваются на золотой, что все хотят их обыграть, они как красная тряпка для быка, вот. Я думаю, что уровень выравнивается, я об этом тоже говорил, что они... Придет то время, что будет несколько... топ-команд, а не один флагман золотой. Я думаю, что это буквально ближайшее время. Спасибо за ответы. Я согласен с Николаем. Мы всегда уважительно друг к другу относимся. Что мы с волной, что Николай обычно всегда про гарант хорошо говорит. Ну, мы... Какие прогнозы матча золотой волна? Золотая волна? Да. Ну, я 100% буду болеть за волну. Это без вопросов. Я всегда болею против золотого, всегда болею. Ну, если золотая волна, то точно за волну. Потому что волна это... Вот, смотри, за резерв я подумаю, но если резерв, я все равно за волну буду болеть. Андрюха, иди с мячами туда-обратно. Спасибо. Деньги, спасибо.